Всем привет, с вами канал Armor Master. Сегодня у нас рубрика «После сборки», и рассматривать мы будем Opel Admiral Cabriolet от ICM. Надо сказать, что собрал и покрасил эту модель я уже больше 3 лет назад, но сейчас решил сделать обзорчик именно из тех соображений, что недавно на канале были обзоры коробок ICM-овских и мини-артовских гражданских машин. Ну и поэтому, соответственно, хотел показать, что, в общем-то, определенный опыт сборки гражданской техники у меня тоже есть, в том числе в 35-м масштабе, ну и поделиться результатами. Вообще, по модели могу сказать, что это совершенно стандартная ICM-овская гражданская машина, то есть рама из нескольких деталей, кузов тоже надо набирать из нескольких деталей. С одной стороны, неплохая деталировка, очень разумная цена, особенно в исполнении питерского моделиста. С другой стороны, конечно, не везде идеальная стыковка. Очень сильно раздражает то, что все кузовные панели даны раздельными элементами. Ну, плюс мне категорически не понравилось то, как сделана приборная панель. То есть, ее надо было бы... Я не помню, декаль там или нет, но если там и декаль, то очень убого сделанная. То есть, в таком виде делать нельзя готовый вариант. Именно поэтому я решил сделать вариант с закрытой крышей. Чем какой тут еще есть неприятный момент, что конкретно вот эта самая тканевая крыша очень плохо стыкуется с остальным корпусом. То есть, что сзади не очень удачно, она как-то там болтается. С большим трудом мне удалось ее более-менее ровно посадить на место. Что спереди на стыке с рамкой лобового стекла, тоже получилось не очень. То есть, пришлось уже на готовой модели немножко подтягивать пластик, схватывать это все суперклеем. Ну, естественно, когда уже все практически готово, это несколько неприятно. С точки зрения окраски я выбрал, наверное, один из самых простых вариантов. Это серый вариант с закрашенным хромом, закрашенными хромированными панелями, потому что, на мой взгляд, все-таки аккуратно выполнить хром на 35-м масштабе. Ну, во всяком случае, для меня это очень тяжело, очень трудно. Я решил не заморачиваться, покрасил просто серой томией. Тонировка была минимальная, чуть-чуть смывочки, чуть-чуть пигментов, чтобы изобразить некую дорожную пыль. Ну, в общем-то, и все. Прозрачные детали покрывал прозрачными томиевскими лаками. Декаль набирал из отдельных элементов от каких-то драконовских наборов, где есть любые номера, ориентируясь на достаточно известную фотографию этой машины в Берлине. Вот, в общем-то, наверное, так сходу и все. А, ну, единственное, что еще дворники поменял на самодельные фототравленные, потому что то, что предлагалось в наборе, выглядело совсем убого. Ну и сделал зеркала из фольги. Вот, в общем-то, модель сборки не очень сложная, вполне приемлемая. Конечно, есть свои нюансы, но как такой даже для начинающего вариант вполне приемлемый, во всяком случае, благодаря своей дешевизне, ну и относительной простоте. Единственное, что, конечно, как в любой гражданской технике, надо быть очень аккуратным при работе со стеклами. В остальном вполне нормальная модель. Насколько уж у меня она хорошо получилась, тут судить вам. Поэтому, если было интересно, ставьте лайки. Чтобы быть в курсе новых выпусков, подписывайтесь. С вами был канал Armor Master. Всем пока!